Ух ты, и снова я. Александр Криволапич. Ребята, ранний пион. Красавец. Сейчас солнышка нет. Пасмурная погода. И пиончик должен быть красивый. Я в этом году его специально не подвязывал. Пусть так будет. А на следующий год подвяжем. Ранний темно-красный пион. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволапеченький. А здесь, вот под забором растут ирисы. Наша кнопочка. И такие ирисы. Это у нас на клумбе, на улице. И такие ирисы темные, но красивые. Там растет казацкий можжевельник. Наверное, 3 на 2. Большущий. Это у соседей за двором. И такие ирисы. Простенькие, но красивые. Простенькие, но красивые. Сейчас еще чуть-чуточку. Опа. Это у соседей. Ай-ай. Тоже за двором у соседей ирисы. Красавцы, да? Красивая. Ирисы. И такие ирисы, да? Темные, но красивые. Ирисы. Идем далее. И такие ирисы. Мне больше всего нравятся желтые, ярко-желтые ирисы. Это у нас ирисы за двором. Растут за двором. Ай. Такие. Гребенник. Ай-яй-яй. Такие. Такие ирисы. Ай. Я, чтобы не потоптать еще на клумбе цветочки, иначе мне жена
заругает. Вот такие ирисы. Смотри. Красиво, да? Идем далее. Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенек, ребятки. Ирисы. Эти ирисы растут у нас возле виноградника. Это что, не расцвел? Это красота. Ой. Чтобы я их не поломала, надо проходить аккуратненько. И такие симпатичные ирисы. И такие ирисы. Такие ирисы. Такие. И такие. Соловейка в теплі мгає, золі зустрічає. І такий красавець. Іріси красиві, да? Это у соседей. А раз у соседей есть, значит, будут и у нас. Они с женой делятся. И такие ирисы, ребят, красавицы. Вот так. И такие ирисы, красавцы. И такие, смотри, маленькие да удаленькие. И такие. Красавцы. И такой красавец расцвел. И такой пион. Красавец. Очень-очень красивый ранний пиончик. Красиво, да? Переливается цвет, переливается. Красавец, пион красавец. Ранний пион. И такие ирисы. Смотри. Это у соседей. И такие ириски. Ирисы. Красивые темные ирисы. А здесь, смотри. Красота. Ириски. Ирисы. А здесь такие ирисы. Такие ирисы, смотри, какие красота. Красивые, да, ребятки? Это виноградники у меня растут. Вот зацветают риски. Ирисы. Тоже красивые. Ирисы. Сейчас еще. Смотри.
Смотри, какие красивые рисы. Идем далее. Это возле виноградника ирис. Запах обалденный стоит. Красиво, да? И такой пион Red Charm. Смотри, какая красота, а, ребятки. Смотри. Красота, да? Пион Red Charm. Цветы 2021 года. Пион 2021 года. Ну что, ребятка, у нас дожди, постоянно дожди. И я не смогу подойти близко к пиону. Иначе я утрамбую землю, и жена будет ругаться. Red Charm. Вот такой пион Red Charm. И такой красавец. Розовый пион. Что, какая-то букашка сидит. Ну и все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребят.